Есть женщины в русских деревнях. Именно про нее сказали. Коня на скаку остановит. И не только коня. Быка могу. Мужика могу. Даже мужика. Кстати, а как у вас с мужчинами дела обстоят? А по-разному, так я вам и сказала. Конечно. А как же вы спасаетесь? Спасаем. Мужчины-то все разбежались. А спасаемся мы по-разному. У нас бывает студентов присылают. Так что на то мы стоим.